Дивана уже и нет. Да, Блин, мы не его сняли, сняли. как вытаскивали. Сейчас попытаемся убрать матрасик. Матрасик, мультик. Все, погнали дальше, да? Да. Сергей на Юхоле заехал сюда. Еще одно включение. Фу, диван ушел, кровать ушла, полочки остались. Сейчас мы будем тут это убирать. Используем эти штуки. И Сергей побежал туда. Все. Продолжаем. Включайся. Все, последняя тележка. Ну, как бы там еще пару вещей осталось. Мелких. Но мы уже поедем на нашем Бене в Урби. Последние муки запихивания. Нет, тоже есть. Я даже не знаю, как это сфоткать. Мы просто даже двери не открываем, потому что все начнет вываливаться. Все, пойдем. Устав. Это мы еще не выгружались. Будем. Красные ковры. Красные ковровые дорожки. Второй этаж. Все. Уже всякую мелкотню убрали и переезжаем в Урби. Наш дяденька, который устанавливал нам верайзен, только что прошел вот это вот назад. Вот на этой тачке он приехал. И это я. Пытаюсь не замерзнуть. Наша Долли. Надеюсь, мы все успеем. Все, едем сдавать машинку. Сергей, водила трака. Так, Настя, а нам надо будет. Давай. Потом развернусь в конце. Окей. Тебе кто-то звонит. Кто? Не знаю. Может быть. Может, наверное, убирает. Единственные потери во время переезда, я надеюсь. Чувак, полка вот эта? Да, комода. И его, еще сколько всякого добра. Телек стоит на своем положенном месте. Готовим перекусик. Так, уже что-то в холодильник загрузили. Даже морозильник. Уже можно ручки помыть, полотенцем вытереть, ёршиком поёршить. Так. В принципе, комод тут уже есть, конечно. Ладно. Всё?